Летный шлемофон с очками-окулярами времен Великой Отечественной войны. Бинокль, через который хорошо видно врага. И даже военные медикаменты. Они буквально спасали молодых солдат на фронте. Эта выставка не такая, как все. Ведь здесь есть душа солдата, которая бережно сохранилась в его вещи. А это вещи настоящего разведчика. Карта, бинокль и самодельный нож с надписью «Бей фашиста». Теперь каждый может прийти в краеведческий музей и посмотреть на эти экспонаты вживую. Ордена, медали и даже оружие времен Второй мировой. Экспозицию поделили на несколько частей. Каждая посвящена различным родам войск – морякам, разведчикам, танкистам и медицинским работникам. Более 500 экспонатов – живой истории, которая до сих пор трогает сердца миллионов людей. Конечно, большой упор здесь сделан на наших земляков, потому что практически все материалы, которые мы здесь представили, они принадлежали тем людям, чья судьба тем или иным образом была связана с нашим Алтайским краем. Выставка будет работать до конца года, и, возможно, ее дополнят другие экспонаты из военного хранилища музея. Ведь на сегодняшний день там находится более 10 тысяч предметов времен Великой Отечественной войны. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, «День с толком».